Но перед началом данного видеоролика, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео. Ну, мы начинаем! И всем привет, ребята, подписчики моего канала. С вами я, Clash Royale Шрек Лексик. И мы с вами будем играть в Бравл Старс. И мы сейчас откроем. Ну, я в 19 уровне, да? Еще будет открытие. А, ну, 19 уровне. Ну, сколько? 19 будет 30... Ну, 18, кажется. Ладно. Я покажу свой профиль. Я не снимал так-то. Я выбил 42 бойца. Покажу новые. Один Летучка. Торнадо. Пека. Скелетики. И еще что? Яд. Вот эти, конечно, я вам показывала. Ну, я вообще не помню. Ну, смотрите внимательно сами. Так-то медленно. Вот это точно. И это точно. Вот это тоже. Ну, вот. Вот сколько я выбил. 42 бойца. Ой. Давайте. Там у меня... Сейчас посчитаю, сколько там должно... Ладно, хватит. Я сам посчитаю. Давайте начнем играть. Ой, что там будет? Какие противники злые. Кстати, 7 корон. Спасибо. Пека. Пека. Давайте. Ждем эликсира. Вот так-то хорошо. Хорошо, хорошо. А, профукал так-то 10 эликсиров. Ладно. Сейчас где? Вот этот. 4. Здесь не зря. Давайте. Не-не-не-не-не-не. Армия скелетиков. Надо их как-то убить. Я их надо как-то убить. Надо була заспамить. Раз. Два. О, не, он туда побежит. О, нет, о, нет. Надо армию. На, он молодец. Мы должны убить. Где? Пеку. Не надо туда. Ах, ладно. Надо вот эту. Ну, так-то нормас. Выбил. Здорово. А, ну так-то я всех уничтожил, да? А, нет. Да вы бесили же. Сбесили вы меня же. Нет, у него так мало хп, да? Наконец-то! В раз! Два! Сейчас подождем. Да, молодец! На всякий случай давай заспавню это. Давайте торнадика. Нет, ну зато урон так-то нанес. Это зря в кучу. Я такую же хочу. Не надо туда идти. Не надо, ты зря. На. Да, давай. Да, есть. Мы должны защищать одну башню. Не, надо эту защищать. Эту башню надо защитить. И мы выиграли. Ура. Ты не успеешь ракету свою. Смех. Ну, вот. 30 кубков. Так-то уменьши звук. Вот. Давайте. Ну, что там? 30 кубков магии, да. Откроем, да, вот это. Будем ждать. Ну, чего надо выбить? Вот эту пушку или...
как бочку о шариках. Не знаю, как, давай посмотрим, как они называются. Где оно? Надеюсь, я их не пропустил. А, вот один из них. И вот это. Давай посмотрим, что оно делает. Вот это. Ну, что там? Нет, так-то вот это выберу. Давайте. И дальше играем. Ух, должны. А, у него тот тысяч. А, я должен. Я всегда должен побеждать. Давайте, раз. Вот. Давай, мини-пека. Ой, какой мини-пека. Пека. И мини-пека тоже. Ну, конечно, сду. А, он стоит АФК? Надеюсь, он стоит АФК. А, ну нет. Надо защитить. Так-то нормально. Черт, не успел один удар. Ну ладно. О, нет. Давайте. Так-то хорошо раздамажил. Они не смогут добежать, потому что эти мешают. А, ну зря поставил. Тут какой-то урон. Давайте скорее. Да, убиваем этого. Давай. И с одной тыки. Молодец, мини-пека. Ух, сейчас вспомню пеку старше. Не надо. Лучше вот этого. О, ты зря. Вот это ты зря. Ты смог найти варвар. Давайте. И мы выиграли. Есть. И, ребята, у нас новый боец. Резкости. Обычный. Вот. И, о, у нас еще есть серебряный сундук. А, ну, потом откроем. Ой, куда я зашел? И давай. Да, давайте забрать. А, какой забрать? Выбрать. Я говорил, 50 очков. Офигеть. Новый боец и очки силы на нем. Круто. Нормас. Давай, потратим. Давайте. Офигеть, сколько еще монет мне надо. Вот, наконец-то. Еще кто-то есть? Нету никого. Ох, да, никого нету. Так-то хорошее было. Сколько мы сняли? О, 7 минут. Ну, давайте дальше играть. Давайте. А, 7 корон я проиграю. У него так-то... Он стоит АФК? Надеюсь... А, нет, не стоит. На! Ой, нет. Большие проблемы вышли. Не. О, нет. Он круче меня играет. Нет, надо вот этого. Нет, плохо было. Очень плохо было. Ну все, нам хана. Нам хана, 100% хана. О, давайте. Скелетика вспомню. Надеюсь, они... Давайте, должны. Раздамажьте. Ну, скажи... Ладно. Ну, давайте. Есть. Так-то хорошо было. Хорошо так. Давайте. Где? Где подарок была? Хедшот. Надо вот эту башню сломать. И остальных защищать. Чтобы у него маленькие шансы были победить меня. Да, есть! Ну да, теперь.
быстро все эликсиры тратим, чтобы отвлекся на них. Че, он стоит АФК? Или фармим эликсиры? Или он заспанит Пеку? Есть. Он че, правда стоит АФК? Тогда халявы, халявы корону получим. Есть, он что, стоял АФК? Или он знал, что я выиграю? А, каша, я смог выиграть. Золотой сундук. Что-то темнело, ладно. Золотой сундук есть. А новая награда какая? Так-то не буду открывать это. Буду до этого. Или сразу двух новых бойца. Давайте откроем. Не-не-не-не-не. Ладно, еще последний бой и игра. Ну, один заряд. Еще один бой и играем с вами диско. Так-то короны не нужны. Нафармил до 35-го. Вот и Пека. Сейчас рыцарь заспам. Не, давай подожди, что он будет там делать? О нет. Что, я не попал? У него 7 корон. Ну, как говорится, слил кубки. Как я выиграю? Вот объясните, как я выиграю? Это вообще читерская. Ладно. О, кажется, я вообще урон не раздамался. Просто потерял кубки. У него хоть меньше. Так можно? Как он в яде? Почему у меня так не случился? Ладно. Теперь тактику использовать будет. Давайте, мы должны выиграть. Есть. Ну, они так-то не дойдут. Надо минуту. На фарме. Вот туда ставим. Так-то Пека. Сильный он. 500 уронов. Больше 500 уронов несет. Давайте, должен. Да даже один удар не несли. Ладно, була спавним. Давайте. Ой, нет. О, у нас большие проблемы. Он сейчас сломает. Это кто защитит? Большие проблемы вышли. Затем отвлеклись. Ладно. Он намного круче мне играет. Ах, обидно. Ну чё, проиграли, да? Надо было заспамить, точно, это вообще читер. Не надо. Вот на этих охотиться надо. Давайте вот это ставим, вот это. Нет, проиграли, о нет. Ну, ладно, одного бойца получили, это так-то хорошо, 20 минус 1 кубка. Маловато так-то? Нет. Ну, чё там? Надо 32 кубка. Я буду офигевать, если 2 кубка или 3 кубка не хватит. Или вообще 4. Пеку. Какие-то они борзые. Вот так сделаю. Чтобы не были такими борзыми. Надо була заспавнить. Давайте одну тыку не хватило. Одну тыку. Он бы сломал. Надо было. Так-то он хорошо отвлекся. Ну, у меня так-то есть проблемы.
Третий уровень силы, ладно. Нет, какой урон! Нет, он сломал! Ладно, чтобы... И мини-пека младший. Не надо отвлекаться. Ну ладно, вот это дело. Давайте, ломайте. Пека, мини-пека. Пека, молодец, все. Так-то у нас есть на равное. Нет, не равное, у меня там мало хп. Он чувствует корон. Почему такие кубки попадаются у меня 7 корон, а не 6? Как-то обидно. Может быть, он пока прокачивает хорошо. Лучше, чем я. Или я. Или он такой, ну. Давайте должны. Пока что идем на равные. Есть. Стали здесь. Ну, когда бул попадется. Кажется, вот это сами. Так, ты уже раздамажил, молодец. Но от була ты не скроешься. Надо защитить. Ставлю. Вот, так ты молодец. Это вообще помогает очень сильно. О нет, о не. Надо защитить. Давайте. Есть. Мы должны победить. Должны. Надо только... Нет! Ну, давайте. Надо защищать. Нет. Надо вот эту сторону защищать. Я так долго не выживу. Нет, давайте. Да! Нет! Я не того поставил! Ох, я не того поставил. Опять потерял. Ну что? Я буду дальше играть. Когда до нового бойца? Или верну кубки? Не знаю. Ну ладно. Итальянец. Давайте. Ну, не, он не похож на итальянца. Другого. Он не итальянец. Вот, получи. Вкусно тебе? Я думаю, вкусно. Ну что, он стоит АФК? Ха, если он АФК стоит, это такая у меня будет радость. А нет, он не стоял. Давайте. Да. Вот так. Есть. Вот так. Вот это ставим. О! Есть. Он так на нас не взорвется. Так ты далеко поставил. На! Что, давай. Варвара ставим. Одну пеку туда надо ставить. Нет, он так-то раздамажил. Давайте. Вот пека мой. А! Ну это нечестно. Вот этот пека победит, потому что... Или нет? Ха. Ну так-то честно, потому что... Его помогали так-то. На.
Есть, хорошо, хорошо, хорошо. На. Нет, это большая ошибка была. Не. Он может меня победить так-то. Сколько подорвались. Да как он задолбался, какая-то там женщина странная. Ладно, давайте еще один ставим, будет в два раза быстрее. Не, мы проиграли. Ну как я проиграл, как надо 7 корон получить. Ну как? Потерял так-то нормально. Сколько снимаю? 20 минут? А чё так быстро? Ладно, это будет там, вторая часть. Ну а с вами был Классреальщик Ластик. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. И всем до скорой встречи. Пока!